Сегодня все 5 кандидатов на должность руководителя Департамента социального развития Югры приняли участие в теледебатах в прямом эфире нашего канала. Президенты отвечали на вопросы ведущего, представителей профессионального сообщества в студии и телезрителей. У каждого югорчанина была возможность лично задать свой вопрос по телефону, а также принять участие в интерактивном голосовании. Эксперты и телезрители оценивали профессиональные и личностные качества 5 претендентов, прошедших предварительный отбор на окружной отраслевой конференции. Это Петр Громов, Светлана Давиденко, Игорь Зеленский, Светлана Круглова и Юрий Малимон. Телезрители главным качеством директора департамента выбрали профессионализм. В финале теледебата все участники посредством голосования бюллетенями оценили кандидатов по 4 критериям. В вопросе актуальности поставленных в программе кандидата задач наиболее убедительным оказалась Светлана Давиденко. Ее же эксперты посчитали лучшей по реалистичности предлагаемых решений и по убедительности. Наиболее компетентной в ответах на поставленные в ходе теледебатов вопросы эксперты назвали Светлану Круглову. Далее кандидаты пройдут экспертную оценку и впоследствии будут приглашены на собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой.